Сейчас мы едем на озеро Базалетти. Поверните налево. Сейчас мы находимся в одном из регионов Грузии. Это недалеко от Тбилиси. Это Цхетатьянети, километров 60 от Тбилиси. Это курортный регион, зона. Это деревня Базалетти и одноименное озеро Базалетти. Это озеро находится 900 метров от уровня моря. Глубина озера 7 метров. Вокруг горной цепочки, цепок там лес вокруг. Здесь чистый воздух, просто в горах, вот немножко ветер. Так что немножко помехи. Образование этого озера есть две легенды. Одна легенда гласит, что под водой находится золотая люлка с ребенком, младенцем. Когда мать плакала, от слез заполнилась эта вода, эта местность, и образовалось озеро. А другая версия гласит, что здесь под водой находится колодец. Когда-то упал бык и расплескалась вода, и образовалось озеро. Вот. Здесь видим, что здесь ни одной приток реки нету. Дело в том, что в этом озере приток идет под водой, подводные реки, и одновременно отекает, потому в этой процессе приток и уток под водой озера ощущается. Вот долина деревни Базалетти, продолжение здесь санаторий вокруг. Вот. Здесь в той берег озера, вот он берег, там вот санаторий, там находится песчаный пляж магнитный. И для здоровья очень полезно. Очень много людей приезжают здесь в год. Несколько десятков тысяч людей приезжали. Ну, сейчас в связи с коронавирусом, видите, обстановка здесь какая. И то стороны тоже водоросли. Они разные, как бы сказать, травы такие, что они полезны для здоровья, для ревматизма, радикулита всякие, там также для лечебной травы. В связи с этим вирусом, видите, народу вообще, ну, единицы, мало очень. Санатории простаивают, к сожалению. Сегодня пасмурно, и
загоревшим, ни про чем. Это погода, зато воздух чистый. Так что советую, когда будете в Грузии или в Тбилиси, недалеко отсюда, можете подъехать, приехать сюда, или в санаториях, или арендовать комнаты и отдыхать. Отсюда постараюсь поехать на водохранилище Женеваль, Женевальский ГЕС, где протекает река Аракуи. И там тоже посниму немножко и расскажу про тут местность. Сейчас направляемся на сторону искусственного водохранилища. Это Женевальские водохранилища, то есть ГЕС. Сейчас немножко дождь пошел. Была гроза, молния, но это нам нипочем. На месте я расскажу краткую историю этого водохранилища.